Опа! Давай рейдить. Блин, у меня такое ощущение, что я не допрыгну, но я попробую. Давай! Играешь в Антернет? Любишь ПВП? Тогда тебе на Роис. Хорошая и отзывчивая администрация, отличная оптимизация, стабильный и низкий пинг, уникальные плагины и многое другое тебя ждет на Роис. Привет, с тобой Теспи, и мы продолжаем выживать на карте Карпаты Вансюрна. Для быстрого выхода новой серии выживания давай соберем 2000 лайков. А если хочешь, чтобы я ставил IP сервера, давай соберем 3000 лайков. А вне записи мне посчастливилось встретить человека, который продавал отмычку, и я включил запись. Короче, я нашел чувака, который готов мне продать отмычку, мы договорились за 500 баксов. Сейчас поменяю деньги и приду. Давай, хорошо. У него есть отмычка, и он готов со мной поторговать. 500 баксов мне, собственно, нужно, чтобы купить отмычку. Если я куплю отмычку, то я смогу забрать велосипед, а с помощью велосипеда рейдить дома. Так, 500 баксов, как договаривались. Договорился я вне записи с чуваком. И забираем отмычку. Отлично, все, у меня есть отмычка, замечательно. Спасибо за сделку. И тебе тоже большое спасибо. Я просто... Да не вышло. Я искал машину, я искал отмычку несколько дней, бессонными ночами. И вот сейчас, оказывается, так просто. Можно просто было тусить на сейф-зоне и подождать, пока явишься ты из небытия. И сейчас я зашел ночью, когда меньше всего людей, в 3,5 часа ночи, чтобы зарейдить этот чертов сервер, чтобы внести в него свою кару. Сейчас я пойду к дому и покажу тебе, почему читеры меня зарейдили, почему я так думаю. У меня постоянно есть в комментариях люди, которые, я не знаю, в розовых очках сидят и думают, что я параноик, то что тут читеры. Да, тут читеры, тут читеры. Собственно, у меня вот этот вот забор вокруг дома, он в буферках. И в одной из этих буферок у меня был спрятан лут, потому что все в свои персонажи я вместить не мог. И именно там, где у меня был спрятан лут, именно там у меня рейданули. Нигде больше еще. Вот тут вот в этих буферках у меня был спрятан лут. Больше нигде. Нигде больше не рейдили. Только там. Нигде больше. Нигде. Понимаешь? Нигде. Нигде вот тут вот. Нигде. 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 Именно здесь, где у меня был лут. Почему не продолжили дальше рейдить, если вдруг у меня может дальше еще лут есть? Но нет. Рейданули именно там, где лут есть. Вдобавок, я зашел на сервер с другого аккаунта, когда меня рейдили, чтобы проверить, что да как. И меня убили, меня кемпили дома. Эти читеры. Я чекнул их Steam профиль, там наиграно 20 часов. 20 часов в игре. Кстати, того человека, который был Саимом и убил меня, ему дали вакбан. Мне написал его друг и сказал, что ему дали вакбан. Я не понимаю, почему так много людей с розовыми очками, которые думают, что читеров тут нет. Блин, хз. Обязательно покупаем Maple Strike. Вот он у нас. Магазин на Maple Strike. Страйк еще по сотке стоит, офигеть. Много. 3 магазина возьмем, много брать не будем, в принципе, пойдет. Ура, ура, Maple Strike, дружище. И сейчас будет что-то жесткое, потому что это Maple Strike у меня в руках. Это пушка, для меня это просто космос. Это самая любимая пушка у меня в Ансюрнет. И с ней надо творить чудеса. И единственное, что я на тебя могу поставить, это фонарь. Это ручка и коллиматор. Ну, в принципе, уже ты посмотри на эту... Оу, да. У меня забрали все фильтры. У меня остался вот один противогаз, который на мне. Быть может, где-то на каком-то персонаже у меня есть фильтры, но для меня это не самый критичный лут, на самом деле. Сейчас самое главное для меня это найти транспорт, который я проапгрейжу и с помощью которого буду собирать лут. Меня беспокоят эти челики, потому что сейчас рили на каждого думаю, что он читер. Это пипец. Я точно помню то, что велосипед был рядом с мертвой зоной, рядом с бункером. Надо будет чекнуть обязательно. Смотри, дом под мостом, тоже интересный вариант. Столько всего интересного, что можно зарейдить. Мне надо зайти в бункер, потому что я что-то заблудился. Я не могу найти то место, где был велик, так что я смогу найти это через бункер. Там, где были радиоактивные отходы, мне нужен именно этот выход. Во-во-во-во-во, отлично. Так, и вот тут вот должен быть велик. Но велика тут нет. Нет, его угнали. Блин. А, еще один велосипед был внутри. Да-да-да-да-да, я вспомнил. Там, где лагерь бандитов. О, а что это такое, я не понял. Закрыли вход? Это как вообще? Так можно? Миллиард дверей поставили еще. Там полюбался внутри велосипед. И походу мне придется это все дерьмо рейдить. Ради велосипеда. У меня нет еды, но у меня есть одна ягода, так что гу ее съедим. И сразу мой скин преобразился. Почему нет? Я хочу зарейдить еще вот этот вот дом. Мне кажется, он очень вкусный будет. Постоянно тут закрыты двери, никто его не трогает. Быть может? А хотя нет, смотри, к нему подстраивались. К нему подстроились. О,
Нифига себе тут. Но тут как бы есть еще первый этаж. А первый этаж с той стороны не открыт. Все закрыто дверью. Так что, в принципе, стоит и зарейдить. В принципе, одна дверь не так страшно. Вот эту вот дверь, ее надо будет зарейдить. Я хочу посмотреть, как тот челик, которого зарейдил, он восстановился. Нет, он не восстановился. Я так понял, сейчас самое трудное — это найти мне дом топ-лутеров. Это реально что-то такое сверхъестественное. Опа, у нас тут дом прям светится. Это привлекает, это привлекает. Тут еще какой-то дом по соседству. Зарейжен или нет? Слушай, это байт на рейд. Так, ну, потихоньку дома на зуб забиваем. Последняя еда, надо возвращаться на сейф-зону уже. Блин, тут еще все застроено, такое ощущение, что тут надо рейдить, потому что тут триль все застроено. Вот админам, как по мне, надо чистить такие застройки, где застраивают дома, это прям ужас. Ой, тут кто-то недавно был, он древесину скинул. Я вижу челика. Отлично, минус щелик. Главное, чтобы у него не было друга. Бензопила. Оу, май. Антибиотики, хорошо. Все, я, собственно, все залутал, я доволен. И надо валить. Так, сейф-зона рядом, так что нормально. Но для начала хочу вот это вот чекнуть кое-чем. Я когда-то видел, что тут было все застроено из кучи ящиков. И я хочу проверить. Да-да-да, гаражная дверь стоит. Слушай, тут может быть транспорт. Так. Вон все, я понял. Хочется. А тут? Тут я не запрыгну, тут, скорее всего, тоже какое-то добро. Неспроста вот тут вот спавнится синяя ягода, и вот это вот застроено. Неспроста. Ягоду мы съедим, потому что она мне восстанавливает все. Нормально, все нормально. Это ПНВ такое работает, просто это ПНВ. Так гораздо лучше видно, как по мне. А вот еще какой-то дом хочу чекнуть. Все-таки соседи лучше рейдить. Да, это дом не зарейжен, тоже интересен. Самолет летит, ё-моё, все, нахер это все. У нас аирдроп, друзья, сейчас будет файт. Аирдроп уже скинут, я не успеваю, но попробую, как всегда. В самый последний момент прилететь, просто мне далеко бежать с края карты. Опа, ты посмотри на него. Хорошо, что он не смотрит в спину. Дробовик. Мне кажется, его проще убить и забрать с него лут, чем вот эти аирдроп. Блин, он шустрый, он прокачанный. Он очень быстро бегает. Давай. Блин, идем к нему. У него дробовик, не забываем, он на ближних дистанциях просто монстр. Главное не обосраться. Он тут за деревом где-то должен быть. Блин, а где он? Еще и дождь пошел, охренеть. Он куда-то спрятался, это подонок, он куда-то спрятался. Пока я приплывал к нему, он мог убежать, действительно. Блин, я хз, это стрёмота. Ё-моё, он значит на аирдропе сейчас. Так, ё-моё, стрёмно. Так, подходим. Ё-моё. Так, дружище, я понял, где ты. Тут слишком много трупов. Давай вылазь. Я не полезу к нему в здание, у него дробовик. Я бы полез, но... Камон, у него дробовик. Попробуйте его забайтить, что ли? Он прокачан, если еще очень быстро прокачан. Вот тут уже все забрали. Он сейчас может фланговать. Ё-моё, металл, в принципе, нужен. Отлично. Отлично. Ура! Аирдроп кто-то залутал, если что. Так, что у тебя было, друг мой? Ты у нас мега прокач... О, прицел, то, что надо. Аптечка. Это все мне надо. Надо. МРЕшка. Сейчас осталось занести лут и отправиться рейдить сейф-зону бандитов. У меня есть пулемет, и я могу с помощью пулемета пойти зарейдить. Да, это тема. С пулеметом это тема. Это гораздо лучше, чем с сишками. Мне же надо целенаправленно сносить двери. Блин, а патроны-то нормально так стоят. Коробки патронов выгоднее покупать, чем вот это вот. Так что давай купим две коробки патронов. Охренеть. Это у меня в руках. Я не верю. Я все взял. Я сейчас очень сильно экипирован. Отмычка. 600 патронов на пулемет. Еще и плюс Витязь. Это пипец. Я еще на Витязь 2 магазина взял, потому что, скорее всего, файты будут жесткие. Мне нравится карта Карпаты своей экономикой. Очень сильно нравится. Очень сильно. Я хочу больше таких карт. Слушай, мне вот этот вот интересен дом. Я хочу чекнуть, он такой продолговатый, как будто там тачка внутри должна стоять. Да, очень похоже на то.
Я его зарейджу после того, как зарейджу этот бункер. Я не понял, кто-то зарейдил это? Да ладно. Блин, а что делать? Я с собой столько патронов взял. А велосипеда тут нет. Блин. Да ладно, это так бывает, что ли? Я разминулся с чуваком, который рейдил. Окей, давай тогда зарейдим этот дом. Не знаю, сколько патронов надо будет. Блин. Ставим свою дверь. Все, теперь я в безопасности. Нормально. Ё-моё, тут ничего такого на самом деле и нет. Антибиотики можно продать. Да, тут ничего такого и нет. Пипец, стрёмно бегать с пулеметом и столько патронов иметь на него, это пипец. И отмычка еще. Я был уверен, что там будет велосипед, я был уверен. Вот, я хочу зарейдить этот дом, вот эту вот дверь. Балуин, ясно, я понял. Теперь валим отсюда. Пипец, стрёмно. Так шуметь-то, это очень стрёмно. Опа, тут у нас еще будка одна. Блин. Конечно, да. Если я вижу дом, у меня есть возможность его зарейдить, я не могу вот так вот пробежать. Блин, ясно. Это пулемет. Мне кажется, мне по всей карте слышно. Я хз, как это работает. Опа. Я просто какой-то чистильщик, походу. Блин, и тут тоже ни черта нет. Ну почему? Опа. Что я нашел? Мне кажется, это и есть дом топ-лутеров. Он почему-то очень похожий. Он нетронутый, во-первых. Что редкость, на самом деле. Он огромный. Если дом огромный и нетронут, то все. Блин, тут мостик такой крутой сделали. Блин, давай рискнем. Я хочу прыгнуть в воду. Иху! Блин! Я уж думаю, я ноги поломаю. В реальной жизни я бы точно себе что-то поломал. Но это антюрнет, дружище. Это антюрнет. Давай рейдить. А что это тут такое? А, это куча буферок, ё-моё. Вопрос. У них есть клеймфлаг? Могу поставить дверь? Так, не могу. Ё-моё. Господи, стрёмно. Значит, будем рейдить все-таки пулеметом. Пулеметом, который у меня 0%. Мне нужны на него еще патроны. Будем пробиваться именно пулеметом. Тут именно одна дверь, последний патрон на него потратим. Все, патроны все потратили, окей. Надо закупаться еще. У них стоит клеймфлаг. Так что это прям такой задел на хороший лут. И я очень надеюсь, что у них там где-то велосипед. Возьму 800 патронов. Но перед этим всем делом я хочу райдануть маленький железный квадрат, который стоит около меня. Почему-то я пробегал его, и сейчас я такой, блин, надо его райдануть, я же забуду. Не знаю, хватит, не хватит мне одной сишки на железную стенку. Скорее всего, нет. Хватило. Оу. Но тут все пусто. Но есть сейфы. Ну, 100 баксов, 300. О, ну, в принципе, отчасти окупился. Но тут еще один сейф. Давай его тоже. О, горелки, которые мне нужны. Ура! Калаш, я купился. Калаш стоит дорого. Замечательно. Я теперь смогу починить свой пулемет. Ура! Внимание, тут машина. Тут торчит ящик. Тут очень похоже, что тут машина. Давай рейдить. А, это не машина, блин, это просто ящики. Тут есть сейф. Рейдим сейф. Мне кажется, там должно быть что-то. Ну да. Опа, что-то у нас такое торчит. Рейдим это. Блин, я сейчас не уйду отсюда. Так, ящик есть, в ящике ничего. Окей. Тут столько всего, что можно зарейдить. Это пипец. Еще под мостом какой-то дом. Зарейженный, так что нормально. И я там видел сейф. Давай уже сразу зарейдим этот сейф, чтобы мне мозги не компенсировал этот сейф. Оу. Что это у нас тут? Металл. Куча всего, что можно разломать на металл. Ладно, раз уж мы сейчас рейдим такие вот дома, давай зарейдим и ту штуку, там, где были синие кусты. В прошлый раз я их хотя бы видел велосипеду, но сейчас я их вообще не вижу. Вообще. Опа, тут дом интересный. Я сейчас не дойду до этого дома, который я хотел зарейдить. Тут столько домов, которые я хочу зарейдить. Ну, я не могу их пробежать. Го рейдить. Так, тут у нас пусто. Но, знаешь что? Ломаем. Да, да, так и знал. О, отлично. У него отмычка, если только сейчас заметил. Еще одна отмычка, охренеть. Опять бежать домой, нести лут. Потому что я опять забит, офигеть. Но отмычка это стоило того. Блина. Я очень надеюсь, я смогу вскрыть. А нет, подожди, или я не смогу вскрыть. Я надеюсь, что я смогу вскрыть. Ё-моё. Если я не смогу вскрыть, я взорву его нахер. Блин, а, отмычка, пожалуйста. Блин, я уже иду к тебе. Давай. Работает. Так, у нас нет аккума. У меня же потихоньку бабки кончаются. Это мои последние полтора к. Так, аккум, давай. Ставим аккум. Так.
Отлично, Настя, ты ставишь аккум. И все, мы можем ехать? Да. Блин, круто, тачка. Прям беттер сразу, охренеть. Так, давай починим тачку. Сейфы обязательно, обязательно. Ставим их побольше, обязательно побольше. И пойду куплю еще сишек на все деньги. Теперь главное окупаться, блин. Я не верю то, что я качусь на сервере, на Карпатах, на БТРе. Так, я вот тут вот хотел зарейдить, так что давай. Неспроста вот тут вот растет куст. Так. О, фильтры. Ну, такое на самом деле пока что. Все, я на месте, я подъехал к дому, который хочу зарейдить. Оу, май, хорошо. Хорошо, мне нравится. Надо найти флаг. Где у нас флаг тут стоит? В смысле? Так, значит, ну где-то на первом этаже в какой-то буферке. На втором этаже вообще лута нет. Ну что, погнали. Блин, серьезно? Серьезно, вообще нет лута? О! Слушай, а тут есть. Оптический прицел от Ауга. Вакцину, которую можно продать. О, детон. Найс, две сишки. Железные двери из металла. Железные... Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Я купился. Давай тогда уж проедем. Хрен бы с ним, проедем. У меня нет фонарика на оружие. Бля, как я тут... Господи. Я тут вообще проеду? Давай. Господи, я машину очень сильно коцаю. Охренеть. Вот цена проезда по дамбе. Блин, господи, ну хватит коцаться, машина. Во-во-во-во-во-во-во. Я нашел этот дом с красной стенкой. Я запомнил этот дом. Будем работать с пулеметом. Я знаю, опасно, но что поделать. Блин, это ловушка, это, конечно, это просто байт. Это меня забайтили этой ловушкой. Добро пожаловать. Держи в курсе. Так, блин, а что это тут такое, я не понял. Что это за красота такая? Блин, значит, на втором этаже все-таки, да? Бум. Так, и что у нас там? Да, там сейфы, там сейфы. А вот так вот, отлично. Так, Скофилд. Ну, такой себе лут на самом деле. Не, что это за оборона такая? Им тут все время ломать, что ли? Сейфы рейдить мы уже научились, то что это самое лучшее. И не в этот раз, не в этот раз. Я тут бегал, и смотри, что я нашел. Очень стрёмный дом на дереве, тут еще еда валяется. Ну уж очень стрёмно, к нему подстраивались и рейдили с крыши. Блин, у меня такое ощущение, что я не допрыгну, но я попробую. Давай! Ура! Ура! Я только ноги поломал, кстати. Без кровотечения. Так, окей, надо ломать эту штуку. Она крепкая. Тут у нас шкаф. В шкафу ничего. Вообще, я тут могу строиться? Нет, тут стоит флаг. А, флаг знаешь, где, наверное, стоит? Он в дереве стоит. Давай дальше. Есть. У тебя там лестница дальше есть? Лестница есть. Тут еды много. Я как раз хочу еще покушать немножко картошки. Так, а что у нас, собственно, тут? Блин, тут как бы и ничего. Ну, вакцины есть, опять же. Блин, тут такой нормальный обзор еще получается. Прикольный дом, я тебе скажу. Это очень прикольный дом. Он мне нравится. Отсюда единственный спуск — это прыгать, пипец. Ну, давай прыгать. А нет, смотри, в дереве нет ничего, это получается вот тут вот флаг. Это очень прикольный дом. Он настолько прикольный, что я хочу такой же дом. Блин, ну рейдить я его просто не могу, у меня закончились патроны на пулемете. Ну пока что такое, такое. Сейф я не могу взорвать, потому что если я взорву сейф, то взорвется и лестница, и я не смогу туда выбраться, я буду в ловушке. У меня есть много антибиотиков, так что погнали их загоним, продадим. Опа, интересный дом. А когда я вижу интересный дом, то я прибегаю к своему другу, С4. Так, прям куда надо взорвал. Но, блин, опять же, не повезло. Опа, смотри, что у меня впереди. Очень подозрительный дом. А, блин, чуть не врезался. Ладно, пешком пробежимся. Хочу посмотреть вообще, дом этот стоит рейдить или нет. Да, да, будем рейдить со второго этажа. Так. Блин, а что у нас так мало лута постоянно? Почему? Так, вау, смотри, сколько антибиотиков, это очень много бабок. Сейчас мы узнаем, насколько я окупился вообще. 1000 за антибиотики, мы получаем полюбас, у нас 10 штук и 2 вакцины. 1500? 1500, можно купить еще штук 6 сишек. 6-7 сишек можно купить спокойно. И в принципе нормас, не так плохо, учитывая, сколько я всего еще срубил вдобавок. Давайте сейчас попробую построить дом на дереве и посмотрим, что вообще из этого выйдет. Блин, ко мне какой-то бомж подбежал. Надо уезжать отсюда срочно. Срочно.
Господи, господи, как отсюда выехать? Помогите. Это будет сложно. Я максимум лута сколько смог забрал. Это очень долго, кстати, было максимально долго. Переезды — это сложная тема. Так, ну что, давай, давай, выезжай, пожалуйста. Отлично. Отлично. Поехали, получилось. Все, поехали к дому на дереве. А теперь дело за малым. Строим дом. Как-то вот так вот, наверное, да? С бензопилой рубить деревья очень быстро. Вообще кайф. Ну, пока что получается вот что-то типа такого. Вон, кстати, видишь мой дом? Насколько я его уже построил. Это на самом деле сложно и нет одновременно. Вроде бы не так много ресурсов надо, но и как бы и надо, как бы и нет, как бы и надо, как бы и нет. Я тут, кстати, занимаюсь даже крафтом стекла. Угу. Из двух листов металла стекло. И после двух стекол делаем затемненное стекло, пуленепробиваемое. Короче, топовое стекло. Пока что вот так вот я поставил. Потом я немножко, наверное, переделаю этот дом. Вряд ли меня кто-то зарейдит. Я тут поставлю сейф. Вряд ли. Вообще невозможно меня зарейдить. Я уверен, невозможно меня зарейдить. Я отстрою топовый дом, который невозможно зарейдить. Я пробовал зарейдить дом на дереве. Это невозможно. Ты посмотри на эту красоту. Это зарейдить невозможно. Будет просто невозможно. Спасибо за просмотр. Ставь лайк. 2000 лайков. Я сразу же очень быстренько выкладываю новую серию. А если мы соберем 3000 лайков, то я ставлю ссылочку на проект этих серверов, потому что я выживание на карте Карпаты заканчиваю и могу поделиться с тобой сервером. Спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч. И колокольчик, подписку не забудь!